Господи. Да, там можно. Чуть не убилась. Мы отправляемся в центр Мюнстера. Едем на детский Хэллоуин пати. Взяли Кирюшин костюмчик. Вот Анечку, которая сейчас, наверное, уснет. Нам на 4:30. Ждем свою электричку. Доедем до вокзала. А там еще нужно будет прогуляться минут 20. До места встречи. Едем с Катей и Варей. Не знаю, будет их папа или не будет. Вот. Погода сегодня, конечно, я бы сказала, очень весенняя. Наш папа в новой рубашечке, в новых туфельках. Едет на пати. Сегодня, кстати, как-то очень даже многовато немцев. Они в Дортмунд все едут, у них футбольный матч какой-то. Дортмундская Боруссия. Они едут на матч. Ну, эти едут на матч, а вот эти, походу, они какие-то спортсмены. Нет, они в поход куда-то, в хайки. А вон, смотри, какой самолет, смотри, планер. Ух ты, интересно, вот его видно? Видно? Легкий. Да. А, вот, не видно, вот. О, круто. Супер. Вот там у нас собираются какие-то тучки. Я надеюсь, что они разойдутся, потому как на сегодня не обещали дождя и не хочется дождика, хочется такой яркой, красивой солнечной погоды. Кирюня, а ну расскажи, куда ты едешь? На Хэллоуин. У меня есть такие конфетки шоколадные. Привидения. Привидения. Я их буду своей есть в костюме еще. А что у тебя за костюм? Дракула. А кто такой Дракула? Дракула это он сначала такой человек, потом становится мышей, которая летает. Ух ты, летучая мышь. Летучая мышь. Понятно. Да. Дракула. У меня возник вопрос. Как здесь кто-то понимает, где стоит его велик? Это какое-то кладбище великов. Сюда велики приезжают умирать. Притом, наверное, сами. Смотрите, какой веселый дом. Просто обалдеть. Класс. Виноград или что это, оплело его. И такое разноцветное, красивое. Смотрите, как интересно. Сережка, давай ручку поем. Супер. Мама сейчас нас догонит, пошли. Ага. Может, идем за папой? Идем за папой. Мама ж смотрит на красоты. И вот мы на Хэллоуин пати. Мы переоделись. То да, у нас здесь вот такое привидение. Варя у нас гейша, вампир. Здесь у нас есть такие штуки. Ага. Кирюша, идем. Кирилл, нам? Ух ты. Смотри, какая прелесть. Всякие украшения. Какая приятная нога. Ой-ой. На-на.
Да. Пугающе. Особо прикольные вот эти вот штуки. Попкорн в перчатке. Супер. Вампир кушает. Мне же надо было взять эти мозги красные.